Дамы и господа, вашему вниманию представляется следующий поединок среди девушек. Встречайте, в легчайшей весовой категории, в синий угол октагона приглашается Дарья Железнякова, Санкт-Петербург! Дорогие друзья, турнир «Время новых героев 4» продолжается. И сейчас нас ожидает поединок между девушками. Первая у нас в октагон выйдет Дарья Железнякова, представляющая команду «Сечпро» Санкт-Петербург. Первая девушка-боец, как говорят сами тренеры и руководители бойцы клуба. Первая девушка-боец в команде. Большое очень будущее ей порочат, что станет она чемпионкой в одной из мировых организаций, приведет кое-что чемпиона в северную столицу. Но для этого предпосылки, конечно, огромные. Она мастер спорта по кикбоксингу, бронзовый призер чемпионата Европы, КМС по боксу. Очень шикарно у нее именно ударная подготовка у Дарьи. Дебютировала успешно единоборством на турнире «Время нового героя 2», билась с Оксаной Павловской. Не просто складывался первый раунд боя для нее, однако во втором Дарья включила все внутренние резервы и за 40 секунд нокаутировала своего оппонента. На третьем турнире... Красный угол октагона приглашается Ирина Киселева, город Днепр! Очень уверенной победе, в очень уверенной манере одержала победу над Дариной Маздюк. И вот, собственно, сейчас ее посмотрел рекорд 2-0 всего, казалось бы. А противостоять ей будет соперница с рекордом 10-5, 15 профессиональных поединков. Такое, конечно, решение было принято, да, для девушки, которая всего 2 пробоя, провести соперницу на 15 пробоев. Ирина Киселева представляет на город Днепр, Украина. Женские поединки на постсоветском пространстве не так пока распространены, поэтому не такой большой выбор соперниц, видимо. Да, но, опять же, что мы знаем об Ирине Киселевой? Эта девушка билась на турнирах ОНФС, она участвовала в контендерском поединке. С того боя должна была биться за пояс чемпионки. Да, уступила, но это какой уровень? Она билась на КСВ. Она одержала 10 побед, причем 9 из них досрочно. 7 раз она вынуждала своих оппонентов сдаться болевым удушающим углом, 2 раз провела нокаут. То есть у нас есть такое противостояние, наверное, молодости и опыта, хотя Ирина Киселева тоже очень молодая девушка. Просто дерется она, по-моему, чуть ли не 17 лет. В синем углу октагона участник команды Sage Pro. Профессиональный рекорд 2 победы. Дарья Железнякова! Углу октагона. Представитель команды Мир Продакшн. Профессиональный рекорд 10 побед, 5 пораженных. Город Днепр, Украина. Ирина Киселева! Ну что ж, непростое испытание ждет Дарью Железнякову. Судья этого поединка Евгений Ли. Киселева опытная. Билась на ведущих мировых аренах, но при этом за Дарьей большая любительская карьера, динамит в кулаках и огромное желание пробиться в мировую элиту. Так что Ирине Киселевой я тут тоже не позавидую. Что-то ждет нас, дорогие друзья. Ну, женские бои – это вообще большая редкость и всегда интрига, собственно, сам поединок. Да, небольшой фанат женских поединков, но они имеют место быть. Ну, это уже, да, стало такой данностью мира ММА, в том числе и на постсоветском пространстве. Жестко попадает сейчас Дарья. Пошла Киселева. По-моему, нельзя все-таки бить. Нельзя бить, да, но получила навстречу несколько ударов от Дарьи Железняковой. Повезло Дарье, что она не попала, иначе могла бы быть и дисквалификация. Ну да, это было бы очень глупое поражение. Стойки, конечно, Дарья сильнее. Киселева, она все-таки грэпплер. Но мы видим, что, похоже, сейчас Дарья ее просто добьет, и все на этом закончится. Да. Ничего Киселева не может ей противопоставить. Да, вот все. И все. 44 секунды, дорогие друзья. Вот вам 2-0 против 10-5. Да, Дарья Железнякова одержит третью профессиональную победу. Четко, жестко, быстро. Больше добавить нечего. Да, еще ничего. Нос, похоже, сломало. Это перелом, скорее всего. Киселеву нужен врач, конечно, срочно в октагон.
Ну что ж, долго этот бой не продлился. Дарья Железнякова показала товар лицом. И, как я говорил, у этой девушки динамит в кулаках. Да. Серьезная довольно травма, судя по всему, у Ирины. Несколько раз шли разговоры о ее возможном дебюте Дарьи Железняковой на турнире М1, собственно, в Корее, но турнир дважды отменялся. И мне кажется, что сейчас вот та корейская оппонентка, если посмотрит этот турнир, то, наверное, в душе будет очень рада тому, что бой не состоялся. Да. Потому что Железнякову тогда никто не знал. А вот после вот такой победы над Ириной Киселевой, которая там входит в мировые рейтинги уже давно и билась на ванной всей KSW, я думаю, что Железнякову сейчас узнают и будут ее очень опасаться. И будет ей сложновато подбирать так оппонентов сходу. Да, похоже, перелом все-таки. Небольшая пауза, пока врач оказывает первую помощь Ирине Киселевой. Вердикт. Бойцы приглашаются в центр октагона. На 42-й секунде первого раунда техническим нокаутом победу одержала Дарья Железнякова! Третья победа по стороне карьеры Дарьи Железняковой. Огромные перспективы у нее. А для награждения в КМ приглашается Шуляков Александр, управляющий партнер рейтинговой компании ASP Group. Event Service. Пожалуйста. Большое будущее, как я уже говорил, этой девушке. Если добрый вечер. Бороться будет так же круто, как нам день. Очень приятно наградить скоро девушек. Мире. Очень сложно вас назвать слабым полом, но вы для нас являетесь примером. Спасибо вам, девчонки, за такой прекрасный бой. И успехов вам в дальнейшем. Спасибо. Дарья, на пару слов. Даш, обычно твои бои либо доходят до второго раунда, либо проходят всю дистанцию. Но в этот раз опытная, сильная соперница, и ты показала класс, буквально 30 секунд, все готово. Всем здравствуйте. Все, это работа. И меня, и моей команды, моих тренеров, поэтому это не просто так, это, конечно, тренировки упорные. Вот, хочу сказать, конечно, огромное спасибо моей команде, моему тренерскому штабу. Я не всегда, большое руководителю зала Николаю Третьяку, Андрею Рахову. Вот, большое спасибо моим тренерам. Я буду усердно тренироваться, работать, чтобы показывать. И результат все выше и выше, более красивые бои. Опять же, повторюсь, это все работа, это все непросто. Каждая тренировка занимает большое время, анализ, то есть это все не просто так. Вот. Спасибо большое всем, что пришли. Вот, еще момент. У меня должен был быть бой 1 февраля. И моя мама сказала, что Даша, у меня день рождения, я хочу в подарок победу. Вот. Бой 1 февраля не состоялся, но состоялся сейчас, я его выиграла. И, мамулечка, эту победу я посвящаю тебе. Я тебя очень сильно люблю. С прошедшим днем рождения. Ладно, все. Спасибо большое всем. Это тебе на 1 февраля? То есть на 1 марта, но как будто на 1 февраля, да? 8 марта. Какие у тебя планы на будущее? Расскажи, пожалуйста. Конечно же, я хочу подписаться куда-нибудь. Вот, уже драться дальше в международных где-нибудь соревнованиях. Дальше расти. С каждым боем, чтобы мне была более серьезная еще соперница, чтобы я еще больше превосходила себя и уже попала в самую-самую сильную организацию, я думаю, все догадываются, в какую. Вот. Ну, мы не скажем, да. Все, всем хорошего просмотра, спасибо большое, что пришли. Удачи, Дарья, спасибо. Ну что ж, был яростный короткий бой. Главный бой вечера. Пол средней весовой категории. Готовность 1 минута. Не дала Дарья Железнякова никаких шансов Ирине Киселевой показать свои грэпплерские навыки. И перебила ее просто в ударке и забила в технический нокаут.
Да, 44 секунды. Пожелаем здоровья.